Всем добрый день. Меня зовут Александр Никитин. Мы сегодня с моим коллегой Дмитрием Горчаковым представляем новый доклад Беллоне, который касается Запорожской атомной станции. Вернее, вопроса, насколько возможно, целесообразно и реально перезапустить некоторые блоки на этой захваченной Россией атомной станции. Вообще, Запорожская атомная станция – это удивительный объект. Впервые вообще в истории всех атомных объектов атомный объект был захвачен вооруженным методом оккупирован государством, которое ведет войну против другого государства. Это необычная ситуация, и поэтому она вызывает интерес у многих, и в том числе, конечно, и у Беллоне. Мы очень внимательно смотрим, следим ежедневно, буквально ежечасно, что происходит на Запорожской атомной станции, в том числе и какие военные действия, какие политические решения, какие технические решения реализуются на этом объекте. Вообще к этому объекту имеют отношение в настоящий момент три стороны. Это, во-первых, Россия, которая захватила, оккупировала этот атомный объект. Это Украина, которая реальный законный владелец, которая является реальным законным владельцем атомной станции. И МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии. Эти вот три структуры могут оказывать и частично оказывают какое-то влияние на то, что происходит на Запорожской атомной станции. В последнее время участились разговоры, и мы наблюдаем это в прессе и в различных интервью должностных лиц о том, что блоки атомной станции могут быть перезапущены. Это, с нашей точки зрения, это не очень хорошая информация, и мы к этому относимся достаточно негативно. Мы думаем, что перезапуск энергоблоков Запорожской атомной станции – это достаточно опасный эксперимент, который может привести к ядерным и радиационным инцидентам. Мы внимательно смотрели и слушали о том, что говорят политики. Мы видели, что президент Путин встречался с директором, генеральным директором МАГАТЭ и в Сочи, и на этой встрече он по информации сообщил генеральному директору МАГАТЭ о том, что Россия намеревается перезапустить блоки Запорожской атомной станции. Сроки не называются, сроки никто не знает. Точной информации, как они это хотят сделать и когда, нету. Мы видели и смотрели, и слышали, и читали о многих встречах генерального директора Росатома Лихачева с директором МАГАТЭ, на этих встречах также шла речь о том, что Россия намеревается работать над тем, чтобы перезапустить энергоблоки Запорожской атомной станции. Также не называются сроки. Также нет никаких подробностей. Единственное, что сообщается, что пока согласовали между собой, что в ближайшее время, ну то есть в ближайшие месяц, два, три, возможно, не будут делать никаких шагов для того, чтобы перезапустить энергоблок, какой-то энергоблок атомной станции. Я напомню, что на атомной станции 6 энергоблоков. В 4 энергоблоках внутри реакторов активные зоны с американским топливом, в 2 энергоблоках
активные зоны с российским топливом. По нашему мнению, запустить решение о запуске или не запуске атомной, Запорожской атомной станции может в данный момент принять только руководство России, политическое руководство России, то есть президент Путин. Других людей нету, которые бы могли дать команду на запуск энергоблока Запорожской атомной станции. Конечно, Украина против того, чтобы Россия запускала блоки атомной станции. Украина ведет себя, к нашему удивлению, достаточно спокойно. Руководство Энергоатома украинского говорит о том, что вряд ли Россия перезапустит эти энергоблоки, поскольку, как они говорят, это невозможно. Это связано со многими техническими аспектами, о которых поподробнее расскажет Дмитрий Горчаков после того, как я закончу вот свое вступительное слово. Мы говорим о том, что политически такое решение о перезапуске – это была бы ошибка. В своем докладе, который вы можете почитать, посмотреть и проанализировать, мы говорим о том, что перезапуск атомной станции это может привести к ядерной, как я сказал, и радиационным инциденте, и поэтому это достаточно опасно. Атомная станция сейчас находится буквально в нескольких десятках километров от линии фронта и постоянно подвергается каким-то военным воздействием, прилетом беспилотников, снарядов и так далее. Атомная станция в данный момент превращена в такой рубеж обороны. Внутри атомной станции, по нашим данным, есть какое-то вооружение. Россия объясняет это тем, что атомную станцию надо защищать. Вокруг атомной станции минные поля. Это тоже для того, чтобы атомную станцию можно было защитить. На атомной станции находятся представители МАГАТЭ, которых иногда пускают в какие-то энергоблоки, чтобы они проверили. Но если, допустим, Россия решит перезапускать энергоблок атомной станции, мы думаем, что мимо МАГАТЭ это не пройдет, и в любом случае те представители МАГАТЭ, которые находятся на станции, они увидят о том, какие-то энергоблоки готовятся к перезапуску. Это будет видно по тем действиям, которые будут предприниматься на атомной станции. Это в первую очередь это технические моменты, технические аспекты. Там необходимо выполнить достаточно много работ, о которых расскажет мой коллега. И сейчас я хочу передать ему слово для того, чтобы он об этих технических аспектах вам рассказал более подробно. Да, спасибо, Александр Константинович. Я еще раз приветствую всех, кто подключился к нашей трансляции. Спасибо за ваш интерес к нашему докладу. Доклад уже 2 дня как доступен на нашем сайте, и я надеюсь, что все желающие погрузиться во все детали и тонкости либо уже это сделали, либо смогут это сделать. Я постараюсь в своей презентации пройтись по именно техническим аспектам возможного перезапуска АЭС, но пройдусь об этом не очень подробно, стараюсь не слишком вас загружать, поскольку у нас предусмотрена сессия еще вопросов и ответов, где мы сможем с вами поговорить о каких-то непонятных вещах. Я расскажу. Так, у нас работает презентация наша, да? Все, отлично. Вот наш доклад, который, я надеюсь, вы уже посмотрели или открыли как минимум. Я расскажу минимум о 3 технических аспектах, которые необходимо будет сделать Росатому, если он захочет
запускать Запорожскую АЭС. Эти три аспекта, те, которые мы можем как-то проанализировать, по которым у нас есть какая-то информация для анализа, и мы можем делать какие-то выводы. Это обеспечение водой, водоснабжение атомной станции, необходимая вода для охлаждения блоков. Это подключение ее к электросетям. И третье, это вопрос перегрузки топлива. А для начала давайте посмотрим на водоснабжение станции. Это картинка атомной станции. Вы видите энергоблоки ЗАЭС относительно небольшие по сравнению с тем огромным прудом-охладителем, который рядом с ним. И это как раз та система водоснабжения, которая обязательно нужна для атомной станции, как и любой тепловой станции, для которой нужно отводить тепло для работы энергоблоков. Примерно треть энергии, которая вырабатывается в ядерном реакторе, преобразуется в итоге в электроэнергию, которая является конечным продуктом. Но две трети генерируемого тепла необходимо отводить. И вот система водоснабжения как раз предназначена для отвода этого тепла. Вот в обычном режиме до войны вот этот пруд-охладитель как раз за счет испарения воды со своей большой поверхности, более 8 квадратных километров, это тепло и отводилось, более 12 тысяч мегаватт. Это приводило к тому, что ежедневно с этого пруда испарялось порядка 200 тысяч кубометров. То есть это огромное водопотребление. Естественно, что в текущих условиях, когда тем более год назад Каховское водохранилище перестало быть водохранилищем, пополнять этот пруд практически невозможно, очень сложно. Поэтому в текущих условиях, конечно, атомная станция не может работать, пока не будут решены вот эти вопросы подвода воды. Здесь также я обращу ваше внимание на то, что вот здесь есть цифры водопотребления в режиме, когда атомная станция работала на полной мощности, все 6 энергоблоков, 6 гигаватт электроэнергии. И потребление воды было порядка миллиона кубометров в день. Из них только примерно 20% уходили на испарение. Остальная вода, по сути, проходила сквозь этот пруд-охладитель, обновляла частично в нем воду. Это тоже необходимый процесс, чтобы уровень минерализации не поднимался очень высоко. Поэтому воды нужно очень много, но не вся часть этой воды, большая часть этой воды, она просто проходит через пруд-охладитель. В текущем режиме уже с сентября 2022 года последние энергоблоки заглушены, и сейчас все энергоблоки станции находятся в холодном остановке. Какое-то время они были в горячем остановке, когда вырабатывали пар для нужд самой станции или города Энергодара, но сейчас, к счастью, они все находятся в наиболее безопасном состоянии из текущих возможных в холодном остановке. В таком режиме реакторы не вырабатывают тепло, но ядерное топливо, которое находится внутри реакторов и в бассейнах выдержки внутри реакторных отделений, до сих пор выделяет небольшое количество тепла за счет распада радионуклидов, и его нужно отводить. Оно отводится уже не за счет этого большого пруда-охладителя, а за счет системы брызгальных бассейнов. На этой картинке они показаны внизу. И сейчас Россия и Росатом организовали там систему пробурения несколько скважин, поскольку брать из Каховского водохранилища воду невозможно. Но пробурены 11 скважин, и они на самом деле обеспечивают потребности станции в воде в текущем режиме. Вот можете посмотреть, это результаты нашего анализа по цифрам. То есть потребность в воде порядка 1-2 тысяч кубометров в сутки в режиме холодного либо горячего останова. И 11 скважин дают примерно в 3 раза больше необходимого. То есть запасов воды для текущего режима более чем достаточно. Однако пруд-охладитель остается. Он не осушился, как в Каховское водохранилище. Он отделен от него дамбой и системой шлюзов. Но тем не менее вода с него испаряется, и он постепенно осушается. Вот за прошедший год с осушения Каховского водохранилища уровень воды упал почти на 1,5 метра. Можно посмотреть на спутниковых снимках, как осушились прямо внутренние берега этого пруда-охладителя. Это график как раз падения уровня воды в пруде-охладителе. Оранжевые столбики — это теплые месяцы, лето, весна и ранняя осень. Видно, что испарение как раз в эти периоды максимально. Зимой синие столбики — оно минимально. Тем не менее, мы видим, что система скважин не позволяет
не то, чтобы запустить атомную станцию, но даже поддерживать уровень воды в пруде охладителя. Нужно ли его поддерживать, это на самом деле отдельный вопрос, который тоже рассмотрим в докладе, но сейчас я не буду на нем останавливаться. Здесь тоже указаны цифры. Потребность станции в текущем режиме для охлаждения, сколько дают 11 скважин, и уровень воды, который испаряется ежедневно с прудоохладителя, порядка 60 тысяч кубометров, естественно, никакие скважины это покрыть не могут. И прудоохладитель постепенно испаряется. Что же делает Россия? Уже заявлено, было несколько заявлений, в том числе официальная нота в МАГАТЭ со стороны России о намерениях России построить новую насосную станцию. Как раз аргументация такая, что для подпитки прудоохладителя. Дается лишь цифра примерно 18 тысяч кубометров в сутки мощность этой будущей станции, которую собирается построить Росатом. Неизвестно, где ее будут строить. Здесь мы на этом спутниковом снимке описываем, и в нашем докладе описываем два возможных потенциальных места, где Росатом может построить, которые могут быть технически наиболее удобны для расположения такой площадки. В этих местах мы, кстати, согласны с предположениями Greenpeace, которые они высказали в мае, когда тоже анализировали, предполагали те же два места расположения станции. То есть здесь на снимке также видно, что на месте Каховского водохранилища проявились и образовались старые русла Днепра, реки Днепр, и его левого притока реки Конки, из которой, собственно, сейчас потенциально и будет забираться вода, где планирует Росатом построить насосную станцию. Давайте подробнее посмотрим на два эти места. Первое из них — это, на самом деле, место штатного водозабора, где до войны, до осушения Каховского водохранилища и поступала вода в общую гидротехническую систему и Запорожской атомной станции, и Запорожской тепловой электростанции, которая находится рядом. У них общая гидросистема. Вот здесь видно на спутниках это место штатного водозабора, как оно осушилось, мы видим подробно. Вот слева внизу можно даже увидеть конкретно трубу, по которой поступала вода из Каховского водохранилища, а теперь она находится в центре русла реки Конка, и видно, что она тоже осушена, она находится над уровнем воды, и, естественно, в таком режиме она работать не может. Тем не менее, где-то в этом районе вполне возможно расположить новую насосную станцию, чтобы задействовать существующую инфраструктуру и подавать воду из этого русла реки Конки в гидротехническую систему и пользоваться дальше уже всеми шлюзами, которые есть для регулирования и подачи воды в прудоохладитель. Также важный момент здесь. Красным обведены на этих снимках, на более четких уже приближенных снимках, видны огромное количество траншей и военных, и огневых позиций военных. Как Александр Константинович сказал, атомная станция заминирована по периметру. Естественно, она находится практически на линии фронта. Естественно, российские войска превратили ее в укрепленный район, укрепленную базу. И вокруг, не только на самой станции находятся военные, но и вокруг нее, конечно, организована система обороны. И это четко видно по нашим спутникам, в том числе в тех районах, где может потенциально располагаться новая насосная станция. Это важно в том числе потому, что, скорее всего, из-за этого инспекторов МАГАТЭ могут не водить в эти районы, чтобы не открывать перед ними расположение каких-то военных сил. Поэтому контроль со стороны МАГАТЭ за потенциальным будущим строительством насосной станции может быть очень и очень ограничен. Он уже очень ограничен, им далеко не все показывают на самой станции, но там, где будут конкретно военные, скорее всего, их тоже водить будут с еще большими ограничениями. Второе место — это не штатное место водозабора, а вблизи прудоохладителя. Справа вверху видно более общий вид на картинку, на прудоохладитель. Вот с его северной части как раз подходит старое русло реки Конки. То есть здесь большой объем воды. Слева внизу на более приближенном спутниковом снимке можно увидеть примерно 300 метров ширина этого русла. Вполне возможно отсюда брать воду и напрямую подавать его либо в прудоохладитель, либо в систему каналов, которая есть на его дамбе.
И здесь точно так же мы видим места, организованные места траншей и военных позиций. Возможно, какие-то из них это часть строительных работ в подготовке насосной станции. Мы точно этого не знаем, но на самом деле мы не видим пока по спутниковым снимкам каких-то уже реальных больших масштабных работ по строительству этой новой насосной станции. Тем не менее, мы предполагаем, что вполне можно будет ее построить до конца года и решить вопрос с водоснабжением Запорожской АЭС в текущем состоянии. Если сделать оценки и анализ тех цифр, которые озвучены, то есть мощности этой станции, то мы понимаем, что ее будет вполне достаточно, чтобы обеспечить запуск как минимум одного энергоблока в жаркое время года, летом и весной и осенью, и до трех блоков в зимнее время года. Здесь показаны общие выводы по водоснабжению. Как я сказал, в текущем режиме воды хватает. Та станция, которая заявлена Россией, она позволит подпитывать прудоохладитель, но заявленная мощность гораздо больше, чем нужно для подпитки прудоохладителя. Поэтому это может быть потенциальный шаг действительно для запуска от 1 до 3 блоков атомной станции. Ну и, как я сказал, доступ МАГАТЭ к этим потенциальным местам строительства может быть очень ограничен. Второй важный аспект касается подключения атомной станции к электросетям. Потому что, естественно, при ее запуске эту электроэнергию куда-то надо будет выдавать. И какие тут есть технические возможности или ограничения, это важно анализировать. И, как показывает наш анализ, это на самом деле даже большая проблема, чем вопрос водоснабжения. На этом слайде показана система связи Запорожской АЭС и соседней Запорожской тепловой станции с электросетями Украины. Я напомню, что Запорожская АЭС – это крупнейшая атомная станция Европы. Соответственно, для выдачи всей этой огромной мощности она связана с энергосетью очень разветвленной системой линии электропередач, как высокого напряжения 750 кВт. Здесь мы видим вот Запорожскую станцию слева, а рядом огромное сооружение тоже по площади. Это как раз открытое распредустройство высокого напряжения 750 кВт, по которому и выдавалось основной объем мощности Запорожской станции. Рядом есть Запорожская ТЭС, и ее распредустройство также используется для связи с АЭС с энергосистемой, для выдачи ее мощности. Но сейчас, как я сказал, с сентября 2022 года станция не вырабатывает электроэнергию, она наоборот ее потребляет для работы своих систем безопасности. Поэтому эта связь с энергосистемой сейчас нужна для того, чтобы просто поддерживать станцию в безопасном состоянии. Из всех этих огромного количества этих сетей сейчас работают по большому счету только три линии. Вот те, которые вверху идут на север, на другую сторону Днепра, на территорию, которая контролируется Украиной, то есть через линию фронта. Это линия на 750 кВт на подстанцию Днепровская и две линии на 330 кВт, ферросплавная 1 и ферросплавная 2, которые идут недалеко на соседний берег в Никополь. Остальные линии электропередач не работают, но они как раз идут большей частью на оккупированной территории, и они могут заработать только когда Россия переподключит Запорожскую АЭС к своей энергосистеме оккупированных территорий, которая подключена к энергосистеме России, и сможет выдавать по ним уже мощность к себе. Либо она может попытаться Россия отключить вот те две системы, те сети, которыми до сих пор Запорожская АЭС связана с украинской энергосистемой и получает оттуда энергию с огромными проблемами. Более 8 раз за 2 года оккупации Запорожская АЭС оказывалась в условиях полностью отключенной от энергосистемы, и она работала за счет аварийных дизель-генераторов. Поэтому Россия вполне может попытаться переподключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, объясняя это вопросами безопасности, чтобы сделать энергоснабжение атомной станции в текущих условиях просто более надежным. Так она может это объяснять и даже за счет этого получить, возможно, ну если не одобрение МАГАТЭ, то не получить каких-то серьезных возражений. То есть это можно сделать даже без попытки запуска Запорожской атомной станции. Но, естественно, если ее запускать, то Россия будет переподключать АЭС к своей энергосистеме. Потому что мы видим, что за 2 года войны Россия систематически и методично пытается уничтожать украинскую энергосистему,
естественно, она не будет запускать Запорожскую АЭС для того, чтобы отправлять энергию в сторону Украины. Она будет отправлять ее только в сторону оккупированных территорий или, возможно, самой России. Ключевой момент для переключения Запорожской АЭС к энергосистеме оккупированных территорий – это открытое распредустройство Запорожской ТЭС на 330 кВт. Россия сама в нескольких своих сообщениях в МАГАТЭ указывала, что она проводит там ремонтные работы и что именно эта подстанция необходима будет для переподключения ЗАЭС к российской энергосистеме. Мы видим по спутниковым снимкам и другой информации, что на этой подстанции действительно с осени прошлого года, с осени 23 года, ведутся ремонтные и восстановительные работы. И, возможно, эти работы как раз связаны с тем, что Россия после их завершения попытается переподключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Судя по ходу работ, они могут быть завершены вполне и до конца этого лета. Так что процесс переключения может случиться уже в ближайшие месяцы. Если посмотреть на более широкую картинку, на всю энергосистему оккупированных территорий, то можно попробовать проанализировать, а куда будет выдаваться энергия Запорожской АЭС, если Россия попробует ее перезапустить. И здесь мы тоже видим ряд серьезных ограничений. Как мы видим, вот зеленые линии на 750 кВт, которые позволяют выдавать основную мощность, наибольший объем мощности, многие из них ведут либо в сторону Украины, либо в сторону, ну то есть из них только две ведут на оккупированной территории, одна в сторону Крыма и Новой Каховки на 750 кВт и одна в сторону Мариуполя. Мы можем проанализировать, какую мощность могут передавать эти линии электропередач, и видим, что на самом деле тут есть такие бутылочные горлышки, скажем так, и ограничения. В сторону Крыма Запорожская АЭС можно будет выдать по этим линиям либо до 1000 мегаватт по вот этой линии 750 кВт, но она практически тоже находится на линии фронта, и ее будет довольно просто. Если она до сих пор функционирует, что еще под большим вопросом, если она и функционирует, то ее легко будет вывести из строя. Поэтому эта линия практически ну, недоступна для России для использования. Есть линии меньшего напряжения на 330 кВт в сторону Крыма через Мелитополь, но по ним можно будет передавать всего лишь не больше 400 мегаватт. И в сторону Донбасса, и дальше в сторону уже России тоже не больше 400 мегаватт можно будет передать по этим линиям электропередач. Есть также ограничения по потребностям. На самом деле передать в Крым можно много, но потребности Крыма не превышают 300 мегаватт. Это как раз та мощность, которая сейчас поступает туда со стороны России. Все остальное Крым генерирует на своей территории, почти 80%. Поэтому потребности Крыма в электроэнергии небольшие, нет смысла передавать туда много энергии из Запорожской АЭС. И такая же проблема есть на самом деле для всех остальных оккупированных территорий. Мы проанализировали заявления и Росатома, и Минэнерго России. До 70% электроэнергии на оккупированных территориях вырабатывается станциями, которые работают на них. И всего лишь 600 мегаватт мощности поступает со стороны России. То есть суммарные потребности мощности в электроэнергии, которые можно выдать Запорожской АЭС, либо с другого источника на оккупированной территории, те потребности, которые нужно закрыть, они на самом деле не превышают мощности всего одного блока Запорожской АЭС. Поэтому запускать больше одного блока нет смысла вообще никакого, даже теоретически, потому что эту энергию просто будет некуда девать. Но даже если запустить всего один блок мощностью 1000 мегаватт, это будут большие проблемы, потому что это будет самый крупный источник электроэнергии на оккупированных территориях, и его будет сложно балансировать. В случае каких-то обрывов энергосетей его будет нечем заменить, ну не говоря уже о том, что любой аварийный останов этого блока будет тоже вызывать свои дополнительные ядерные риски, помимо того, что это будет запуск энергоблока на линии фронта. Вот общий анализ. Собственно, я об этом и сказал сейчас уже, что технически больше одного блока запускать нет смысла, потому что энергию отдавать некуда. Важно здесь также отметить, что, как я сказал, переподключение ЗАЭС к российской энергосистеме может объясняться Росатомом попытками повысить безопасность АЭС.
контроль со стороны МАГАТЭ может быть точно так же ограничен, и это можно будет сделать уже в ближайший месяц. Россия может попытаться это сделать в ближайший месяц, даже без запуска станции. Третий вопрос касается перегрузки ядерного топлива. Естественно, чтобы запустить ядерный реактор, вам нужно, чтобы в нем было достаточное количество свежего ядерного топлива. Как Александр Константинович сказал, на Запорожской АЭС используется смешанное топливо и российское, и американское, компания Westinghouse. Украина уже давно, не первое десятилетие, занимается программой по переходу с российского топлива на американское, компания Westinghouse, и Запорожская АЭС один из пионеров этого перехода. В 2019 году один из блоков, пятый блок Запорожской АЭС, уже был полностью переведен на полную загрузку американским топливом. В трех блоках до сих пор используются смешанные зоны, там есть и российское топливо, и американское. И только два блока как работали на российском топливе, так и продолжают на нем работать. То есть оно там находится, ну, два года, конечно, блоки не работают. Это второй и шестой блоки. На самом деле большой вопрос. Уже два года эти блоки находятся в холодном останове. Ядерное топливо не работает, оно оттуда не выгружено. И большой вопрос, сможет ли это топливо дальше работать. Поэтому не исключено, что для перезапуска этой атомной станции какого-то из этих блоков придется перегружать полностью активную зону, а не там одну четверть или одну треть, как это делается в обычных процессах перегрузки и загрузки свежего ядерного топлива. Отдельный вопрос, есть ли достаточный объем свежего ядерного топлива на Запорожской АЭС, в первую очередь российского, потому что Росатом, скорее всего, не будет работать на американском топливе. Они попытаются, скорее всего, запускать блоки, которые работали на российском топливе, и, соответственно, им нужно будет свежее российское ядерное топливо. Если его в достаточном количестве нет за атомной станции в хранилищах, его придется туда везти, и это, естественно, вызовет новые дополнительные риски, потому что перевозка ядерных материалов и свежего ядерного топлива по территории военного конфликта несет дополнительные риски. Ну и здесь общие выводы, да, что по нашему предположению, если Росатом будет запускать какие-то блоки, скорее всего это блок либо 2, либо 6, где загружено российское топливо и где есть оборудование для работы именно с этим топливом. Перевозка ядерных материалов вызовет дополнительные риски. И важный аспект, что в отличие от вопросов водоснабжения и подключения к сетям, перегрузка топлива не может объясняться тем, что это делается для повышения безопасности станции. Это может делаться только для того, чтобы запустить этот энергоблок. Поэтому, несмотря на то, что миссия МАГАТЭ на станции имеет множество препятствий в своей работе и их не пускают везде, скорее всего, они заметят этот процесс, и он будет однозначно указывать на то, что какой-то блок готовится уже к перезапуску. Скорее всего, это будет выяснено инспекторами МАГАТЭ не позже, чем за несколько недель до пуска. Поэтому за этим очень важно следить. Ну и общие выводы по трем этим техническим аспектам, суммируя все ограничения, общий вывод мы делаем, что если Росатом и попытается готовить эту атомную станцию к перезапуску, то речь может идти о запуске не больше одного энергоблока. Скорее всего, это блок 2 или 6. Технически Росатом может делать подготовку к этому решению. Часть из этих шагов может иметь собственную ценность, например, переподключение к своей энергосистеме или повышение энергоснабжения. И это может объясняться вопросами повышения безопасности. Но вопрос ядерного топлива — это уже окончательный вопрос, и скорее всего это будет делаться после того, как будет принято уже политическое решение о перезапуске атомной станции. Судя по всему, пока такое политическое решение не принято, но технически Росатом к этому готовится. И главный вывод о том, что, собственно, для чего мы написали этот доклад и проанализировали все эти вещи. Потому что разговоров о возможном перезапуске ЗАЭС в последние месяцы действительно все больше и больше. Они могут преследовать определенные цели и в политической сфере, и в дипломатической сфере, но с технической точки зрения мы, как нам кажется, описали те моменты, за которыми важно следить, если мы хотим действительно понимать, что реально делается для подготовки к перезапуску атомной станции.
для того, в текущих условиях войны запуск хотя бы одного энергоблока, он резко повысит ставки в этом конфликте и повысит ядерные риски. Поэтому важно отслеживать фактическое состояние на станции. Инструменты отслеживания у нас есть, часть из них мы продемонстрировали в этом докладе. Поэтому важно следить за этими реальными шагами и отличать их от множества политических заявлений и разговоров, которые есть и, скорее всего, будут в ближайшие месяцы, а может быть и годы, вокруг этой темы перезапуска АЭС. Ну, сейчас мы можем отдельно обсудить еще связанные, вот, выходящие за рамки технического анализа аспекты, потому что их тоже много. Да, действительно, много аспектов, много разговоров, много вопросов, которые в том числе и мы получаем. Я надеюсь, Дима вам очень доходчиво и очень просто, и очень быстро объяснил все технические моменты. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, в наш чат, мы ответим с удовольствием на наш вопрос, на ваши вопросы, или напишите нам после презентации отдельно, или после того, как вы внимательно прочитаете этот доклад, напишите нам отдельно, мы обязательно вам ответим. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, очень важный момент. Мы уже получали некоторые замечания от коллег, типа того, что не является ли вот ваш доклад и инструкция того, что надо сделать России для того, чтобы перезапустить Запорожскую атомную станцию. Я вам, как говорится, клянусь, что этот доклад не является никакой инструкцией, и мы не ставили перед собой никаких целей написать, как надо, что надо делать России для того, чтобы перезапустить Запорожскую атомную станцию. Они и без нас это знают, это во-первых. А во-вторых, мы хотели и были намерены только проанализировать, что конкретно должно быть сделано, в том числе и в техническом плане, для того, чтобы перезапустить Запорожскую атомную станцию. Задают вопросы, как вы думаете, ну то есть как Белона думает, перезапустят или не перезапустят. Может быть, я сейчас отвечу на этот вопрос, и может быть это мое мнение, а Дима выскажет свое мнение по этому поводу. Я думаю, что вряд ли Россия будет перезапускать Запорожскую атомную станцию. Я исхожу из того, что, во-первых, все слышали и все знают о том, что совсем недавно было мероприятие в Швейцарии, на котором одним из пунктов, которые были подписаны там представителями 900, по-моему, государств, о том, что один из пунктов – это вернуть Запорожскую атомную станцию ее владельцу. То есть не заниматься ни перезапуском, ни оккупацией, а просто вернуть Запорожскую атомную станцию. Сегодня, кстати, была информация о том, что глава Венгрии, который побывал буквально вчера или даже вчера в Киеве, там тоже шла речь о том, что Россия должна вернуть Запорожскую атомную станцию Украине. То есть это международное такое мнение по поводу Запорожской атомной станции. И имея такое международное мнение, конечно, Россия должна учитывать это мнение и не рисковать, делая перезапуск Запорожской атомной станции. Во-вторых, все эти технические аспекты, о которых говорил Дима, да, они достаточно, с одной стороны, сложные, а с другой стороны, их невозможно будет скрыть. И я думаю, если, как говорится, найдет коса на камень, и Россия все-таки скажет, что они перезапускают, они будут делать все, чтобы перезапустить Запорожскую атомную станцию, то Украина будет предпринимать какие-то действия для того, чтобы им помешать. Конечно, вряд ли они будут обстреливать и разрушать сами блоки Запорожской атомной станции, но разрушить, допустим, те объекты, которые связаны с подачей воды, или те объекты, которые связаны с отводом электроэнергии от Запорожской атомной станции, это вполне возможно. И быстрее всего, что это произойдет, если будет перезапуск.
последний вопрос. Сможет ли МАГАТЭ, задают нам вопрос, сможет ли МАГАТЭ препятствовать перезапуску? Это вопрос, мы должны сказать о том, что мы неоднократно писали о том, что, к сожалению, МАГАТЭ – это очень важная структура, международная структура в плане использования мирного атома и в плане будущего использования мирного атома. Но, к сожалению, в МАГАТЭ нет никаких возможностей, ресурсов, функциональных возможностей, и нет никакого права, допустим, разрешать, не разрешать. И в таких случаях, в которые попала Запорожская атомная станция, МАГАТЭ, конечно, практически оказалось бессильным. Они сейчас, да, они сейчас присутствуют, они сейчас смотрят, и они частично, они каждую неделю пишут свои отчеты, и мы можем эти отчеты посмотреть. На сайте МАГАТЭ вы можете посмотреть, мы их смотрим. Но это только информация, только та, которую они имеют. Некоторая информация, как мы уже говорили, и Дима на это обращал внимание, МАГАТЭ не имеет, потому что им просто этой информации не дают, и на объекты их далеко не на все пускают. Поэтому МАГАТЭ не сможет воспрепятствовать, хотя мы знаем позицию МАГАТЭ о том, что они сейчас, по крайней мере, они против того, чтобы блоки атомной станции были перезапущены. Ну и последнее. Вот я говорил уже, что, к моему удивлению, Украина очень спокойно относится к возможности перезапуска. И руководство Энергоатома постоянно говорит, да нет, они не смогут перезапустить. Что значит не смогут перезапустить? Я думаю, что они имеют в виду совершенно конкретные вещи, которые не сможет выполнить Россия для того, чтобы перезапустить. Я думаю, они имеют в виду и то, что они смогут воспрепятствовать то, о чем я уже сказал раньше. И те блоки, которые загружены частично или полностью американским топливом, тем более тяжело запустить, потому что когда меняется активная зона, активная зона – это не просто как бензин в двигатель внутреннего сгорания, в автомобиль. Залил и все. Активная зона – это очень сложная структура, под которую перерабатывается система управления защиты, система регулирования. Может быть, некие вещи вносятся, переработка самих внутренностей реактора, то есть активных зон и так далее. Это достаточно сложно, и если активная зона менялась, значит шла переработка всей структуры, которую активная зона обслуживает. И насколько Россия готова, значит, эту структуру эксплуатировать, я думаю, что не совсем. И проблема со специалистами. Мы сейчас видим те цифры, которые приводит и Россия, и Украина. Украина говорит о том, что в них физически не хватает специалистов. Россия говорит о том, что они специалистов частично взяли тех, которые были на станции. Но возникает вопрос, какой уровень подготовки этих специалистов, кто они такие. Это простые слесаря или это действительно те люди, которые знают, как управлять атомной станцией. И часть специалистов Россия завозит из своих атомных станций, которых в России достаточно много. Но по той информации, которую мы видим, специалисты приезжают, уезжают, и никто не хочет жить на линии фронта. Поэтому это вот такая картинка, которую мы видим сегодня. И мы очень надеемся, что никакого перезапуска энергоблоков Запорожской атомной станции не будет. И это сохранит спокойствие в плане того, что мы не будем наблюдать очередной ядерный или радиационный инцидент, или даже ядерную радиационную аварию. Конечно, не будет ничего подобного то, что было в Чернобыле, потому что это абсолютно две разные ситуации и абсолютно два разных блока. Но это будет неприятно, если произойдут какие-то ядерные и радиационные инциденты.
принципе, Дима хочет прокомментировать, еще добавить. Может быть, ты не согласен с моим мнением по поводу того, что Россия не будет перезапускать, не знаю. Да нет, я совсем согласен. Я могу добавить только, что, ну, как я сказал, определенные шаги, которые могут обеспечивать техническую возможность будущего перезапуска, они могут быть ценны для России сами по себе. Например, переподключение ее к своей энергосистеме. И Россия вполне может это сделать и без запуска атомной станции. И это действительно будет вызывать, как-то провоцировать Украину, скорее всего, на какие-то ответные действия. Они наверняка последуют. Но в данном случае Россия уже будет... она и так, конечно, использует всю свою пропаганду, всю силу пропаганды, чтобы обвинять Украину там во всех грехах. Но если Россия будет как-то... Украина будет как-то мешать этому переключению, атаковать, например, подстанции, то есть не саму атомную станцию, а подстанции. Это критическая инфраструктура, и здесь Россия уже будет обвинять Украину в том, что она ставит под угрозу Запорожскую АЭС. Хотя надо понимать, что главный риск это, конечно, оккупация. Каждый день оккупации, войны, это сам по себе огромный риск. И кто все это начал, это главный вопрос. То есть эти определенные шаги могут быть сделаны и без запуска в будущем. А вот запустят или нет, мы не знаем. Мы этого не знаем, но в определенный момент ситуация может развернуться так, что Россия может разыграть и эту карту, и поднять ставки в войне, и шантажировать, и пугать этим запуском. Если в условиях продолжающихся военных действий запускать, это резко повышает риски. Об этом у нас другой доклад. Мы не рассматривали, собственно, чем опасен запуск Запорожской АЭС в условиях войны. Мы про это писали раньше. Но здесь понятно, что здесь и возможны фукусимские сценарии, то есть если у вас блок запущен, то время до его расплавления в случае какой-то нештатной ситуации, обрыва электросетей, проблем с водоснабжением, это время сокращается до нескольких часов. Сейчас оно исчисляется там днями, неделями даже, то есть запас времени большой. Плюс в восстановленном режиме блоки там распались короткоживущие радионуклиды. В случае аварии меньше всего этого вылетит, скажем так, то эффект будет меньше. Если запускать блок, это все пойдет по новой, будет нарабатываться, и возможный масштаб аварии будет больше. Поэтому, естественно, в текущем состоянии холодного станова это ненормальная ситуация, когда захвачена и оккупирована атомная станция сама по себе. Но все-таки с точки зрения ядерных радиационных рисков, вот в холодном станове она должна стоять там до там, окончания войны и этого вооруженного конфликта. Поэтому Россия... Есть вопросы? У нас есть вопросы, да. Я хочу просто добавить про МАГАТЭ то, что действительно сейчас МАГАТЭ тоже подключается к этим обсуждениям, и это тревожный звоночек, не только потому, что там Россия там выходит на новый уровень там обсуждения с МАГАТЭ, а потому что МАГАТЭ, видимо, и Гросси допускают возможность, что, как он говорит, в текущих условиях это не обсуждается. И это правда. В текущих условиях не о чем говорить о запуске АЭС. Но означает ли это, что условия могут как-то измениться? На самом деле обсуждать вопрос возможного перезапуска атомной станции надо не с Россией, а с законным владельцем Украины. И только с ними. Поэтому ненормально то, что МАГАТЭ в принципе эти вопросы обсуждает с Россией. И в любом случае там это не только риски, это опасно сейчас, потому что идут активные боевые действия. Но даже если вдруг они как-то прекратятся в случае какого-то перемирия, но станция все еще останется в оккупации и в ведении России, это тоже ненормальная ситуация для запуска. Это не те условия, в которых можно будет ее запускать. И об этом МАГАТЭ должны говорить четко и ясно. И очень хотелось бы это услышать от главы МАГАТЭ. Да, абсолютно. Ну и да, у нас есть вопросы. Мы можем перейти уже к серии вопросов и ответов. Да. Давайте начнем по порядку. Кстати, части какие-то вопросы, которые мы уже затронули и ответили. Давайте, первый вопрос. Александр Мельников. Вопрос, а как насчет других АЭС, например, Курской, АЭС Украины? Не нужно ли их остановить? Видимо, те АЭС, которые в зоне конфликта. Как насчет отопительного сезона? ТЭЦ уничтожена, один блок вынуждены будут запустить. Так, давайте по порядку. Насчет других АЭС, ну, в самой Украине три остальные атомные станции работают. Причем работают
по возможности на пределах как бы своей мощности, потому что, как мы сказали, Россия систематически пытается уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, и действительно там бомбит и сети, и подстанции, и сами генерирующие станции, и все, что, грубо говоря, не ядерное, они уже практически так или иначе затронули и повредили. Тепловые станции. Да, поэтому атомные станции, в силу того, что они атомные, Россия, видимо, по тем или иным причинам, не очень понятно по каким, то ли в силу благоразумия, хотя в ходе войны в этом сильно сомневаешься, они не атакуют напрямую все-таки сами атомные станции. Поэтому они остаются таким последним звеном, которое и держит основу всей украинской энергосистемы. Это было и до войны, поскольку атомная энергетика Украины обеспечивала и до войны примерно половины всей электроэнергии страны. И сейчас примерно так же, даже может быть чуть больше. Поэтому они не могут их остановить, потому что это будет безопаснее с точки зрения ядерной безопасности. Потому что это вопрос энергетической безопасности. Ну, невозможно современной стране в 21 веке жить без электроэнергии. Это принесет гораздо больше, возможно, жертв. Поэтому Украина вынуждена эксплуатировать свои атомные станции, даже при том, что они подвергаются рискам, потому что когда Россия атакует подстанции и аварийно глушатся реакторы на этих трех электростанциях, это тоже риски. Но Украина, у нее нет другого выбора. Российские атомные станции, Курская действительно самая близкая, там порядка 50 километров, по-моему, до границы, но на нее тоже были определенные атаки, это тоже опасный звоночек, но все-таки каких-то серьезных таких попыток прям атаковать этот объект не было, и я надеюсь, не будет. Поэтому, ну, пока тут сложно сказать. Мы живем в такой вынужденной ситуации риска для ядерных объектов. Да, это... создается такое впечатление, что есть какой-то неписанный закон, что напрямую атаковать, значит, вот действующие атомные объекты, я имею в виду атомные станции, не надо ни со стороны России, ни со стороны Украины. Но в то же время Россия разрушает всю энергосистему Украины. Сейчас она на 80% уже практически разрушена. И по моему мнению, если даже станция, вот мы говорили о том, что станция, когда работает, она должна отдавать куда-то электроэнергию. Если разрушить, допустим, электропередающие линии от атомной станции до потребителя, то тогда эта станция, собственно говоря, остается в изоляции, и толку с этой станции никакого. Она энергию вырабатывает, но потребитель ее не получает. Вот Россия как раз сейчас и занимается тем, что разрушает инфраструктуру энергетическую Украины, и это очень грустно. Зима, там, следующий про зиму, да, зима очень скоро, буквально вчера мне написали и показали, как, например, разрушена теплоэнергосистема, тепловая электростанция в одной из областей, практически сравнена с землей, 12 ракетами, которые запустила Россия вот за последнюю неделю. Так что вот такая ситуация, к сожалению. Да, тут есть третья часть вопроса от того же Александра Мельникова. Есть ли данные, сколько операторов и другого персонала получили российское гражданство, сколько выходят на работу и сколько времени надо на переподготовку и обучение? Ну, частично... Точных данных нет. Да, частично об этом говорили. Действительно, нет точных данных. Есть отдельные цифры и оценки и с российской стороны, и с украинской стороны, но не по общему персоналу. Вот вы спрашиваете там про операторов, это, конечно, наиболее ценный персонал, который, собственно, работает и управляет ядерными установками. И если общее там количество персонала, там несколько тысяч, там до 5000 называют цифру, общий персонал сейчас, хотя до войны было 12 тысяч. Но из них, собственно, операторов, те, кто работает, тот, кто получает персональные лицензии для работы на ядерных установках, они исчисляются там десятками, ну, на всю станцию это сотнями, там 2 сотни, по-моему, максимум. И как мы описали сейчас, речь о возможном перезапуске может идти о запуске, ну, максимум одного блока, один, ну, максимум два. И, в принципе, собрать персонал там на один блок, ну, из того, кто получил, кто остался там, получил российское гражданство, или собрать из там, с российских атомных станций, в принципе, это возможно. Это само по себе, тем не менее, абсолютно ненормальная ситуация, потому что это не только вопрос как бы их физических навыков, это вопрос контроля, потому что невозможно эксплуатировать ядерный объект,
Просто потому что ты умеешь и значит можешь делать. Должен быть независимый контроль со стороны регулирующих органов, там, МАГАТЭ то же самое. В общем-то, нарушены там все, как говорит Рафаэль Гросси, там 7 столбов безопасности на ядерном объекте. Не надо переводить его в более опасное состояние из текущего холодного станового, пока все эти столбы нарушены. То есть то, что вы наберете персонал на объект, не делает его безопасным после этого автоматически. Поэтому, но здесь, к сожалению, действительно сложно анализировать. В отличие от там, технических объектов, которые мы описали, вопрос персонала, он не менее важен. Но здесь очень мало информации для анализа, к сожалению. Если технические объекты мы видим со спутников и можем анализировать, то, к сожалению, персонал со спутников мы как бы не очень сильно... Ну, не раскрывайте всех секретов, да. Мы не скажем всего, но да. Это сложнее. Давайте следующий вопрос. Адитя Парек, наш постоянный слушатель, задает вопрос, большой вопрос. Почему Росатом не включил ЗАЭС в свой последний годовой отчет? А также почему они создали собственный сайт, на котором размещены информационные бюллетени и подкасты об АЭС? Разве это не противоречивые шаги? Чтобы пояснить мой вопрос, в публичном дискурсе недавно созданный веб-сайт Росатома и подкасты информационных бюллетеней приводятся экспертами как индикатор того, что Россия не хочет вызвать катастрофу. В то время как невключение в годовой отчет указывает на то, что они не определились или держат в голове вариант поступления возможной директивы из Кремля, включая провоцирование катастрофы в случае ее выполнения. Сложный вопрос о том, как Росатом позиционирует и как они относятся к этой ситуации вообще. Потому что Росатом это крупная международная компания, которая, как мы видим, в ходе войны широко представлена, в том числе на западных ядерных рынках и на общемировых рынках. И поэтому им важно сохранять такое лицо и не очень сильно ассоциироваться, с одной стороны, с войной и с тем, что происходит на ЗАЭС. С другой стороны, им официально все это поручено, их структурам передано в управление и Запорожская АЭС, и Запорожская ТЭЦ рядом, на которые распредустройство важное. И структурам Росатома передано распределение электроэнергии на всех оккупированных территориях. Они широко задействованы в этом. Но действительно, в годовом отчете они практически не упоминают Запорожскую АЭС. Посмотрим, что будет в этом году, но там этого нет. Я думаю, тут нет четкого ответа, мы можем только гадать, но это действительно попытка совместить несовместимые вещи. Да, мы, кстати, заметили то, что по Запорожской АЭС у Росатома, в росатомовских СМИ различных, очень мало информации, и они стараются как можно меньше информации давать. Только такую, я бы сказал, рекламную информацию там выкладывают, а остальную конкретную информацию стараются как можно меньше. Такое впечатление, что Росатом, в кавычках, как бы стесняется того, что у них там есть это Запорожская АЭС, и им надо что-то с Запорожской АЭС делать. А потом все-таки МАГАТЭ и международное сообщество, оно же до конца-то, собственно говоря, не признало о том, что Запорожская АЭС это принадлежит России. И там есть, конечно, указы всякие Путина, созданы структуры, временные, может быть, а может не временные, не знаю, но отдельная структура для Запорожской АЭС создана. Запорожская АЭС даже в систему энергоатома не входит. Если посмотреть, кто входит в систему энергоатома, то Запорожская АЭС там нету. Есть она отдельно как-то на стороне. Поэтому мне кажется, что это вопрос того, что они не уверены, что будет дальше, какое будущее этой станции. И стоит ли, допустим, скажем, эту станцию уже точно признавать своей и точно говорить о том, что это навеки наше. Здесь есть много вопросов, поэтому и мы как бы очень внимательно хотим, не хотим, а очень внимательно следим за тем, как это все. Но да, действительно есть факт, что Росатом не очень сильно Запорожскую АЭС представляет и в своих отчетах, и в структурах, и в СМИ, и так далее. Есть такой факт, да. Вы правы. Я бы тут добавил, что
публичный годовой отчет, где ЗАЭС слабо упоминается, это все-таки официальный документ всей госкорпорации, который переводится на английский язык и доступен всему миру. И это как раз документ, который ориентирован на внешнее потребление, там, в том числе западного клиента и так далее. Абсолютно. И здесь эта ситуация минимизирована. И сам глава Росатома Лихачев, он ни разу на Запорожской АЭС не был за эти два года. Это тоже показатель того, что именно он лицо, которое представляет Росатом на международной арене. И он не связывается с этой историей напрямую, вот так, чтобы своими ногами там быть. Хотя он высказывается про нее, но все-таки это не тот уровень вовлечения. Хотя Кириенко там бывает, но Кириенко больше политический деятель сейчас, чем хотя он председатель совета директоров Росатома. И он был там и несколько раз, и в городке, где проживает, Энергодаре, где проживает. Он занимается больше такими политическими вопросами. А Лихачев действительно там ни разу не был. Ну да, то есть Кириенко — это политическая фигура, там зам главы администрации Кремля, ему положено демонстрировать, в первую очередь, внутри страны свою лояльность и вовлеченность в это все. Все-таки Росатому отдано очень, очень много ответственности на оккупированных территориях и особенно в Энергодаре. По сути, они взяли на себя как бы курирование Энергодара и Запорожской АЭС. Но я добавлю, что туда приезжает уже глава Росэнергоатома. То есть дочерняя структура внутри Росатома, которая управляет всеми атомными станциями России. И Ростехнадзора, кстати. И Ростехнадзора. Но это как раз... Что нас очень насторожило в последнее время. Да, это как раз может говорить... Но это в большей степени это не политические фигуры. Они не ездят за рубеж, заключая международные контракты. Но это может говорить о том, что как раз вот процесс подготовки... Возможно, нет конечного решения, что делать с Запорожской АЭС. И внутри Росатома, и внутри Кремля. Но... Им даны задания там как-то подготовить разные варианты. И вот они с технической точки зрения наверняка рассматривают самые разные варианты. От запуска АЭС до, может быть, ее окончательного там заглушения, вывода из эксплуатации. Могут быть самые разные истории. И поэтому технические специалисты, они все больше и больше туда вовлечены и посещают, и встречаются с Рафаэлем Гросси и так далее. Но я добавлю здесь еще про вот как раз техническую часть. Как вы упомянули в вопросе, есть как бы противоречие, при том, что Росатом активно там какие-то выпускает свой сайт, и тем не менее там много информационных материалов он делает о Запорожской АЭС. Но я отмечу, что они все в основном на русском языке и ориентированы на внутреннюю аудиторию. И это просто показывает, что Росатом, он вовлечен и ответственен за там социальную жизнь, экономическую жизнь этих регионов и территорий. Взял на себя ответственность. Взял на себя. И они работают с ними. Это продукты, рассчитанные на разную аудиторию. И здесь у них четко понятно, что делать. Они там общаются с населением на этих территориях, рассказывают, какие они молодцы. Они хороши в этом. Пропаганда. Да, это пропаганда для разной аудитории. Просто внутри России они показывают, как они управляют этой станцией, как они там молодцы Росатом, что это прекрасная компания, все такое. Очень активно они умеют это делать. А на зарубежный рынок они рассказывают через главу Росатома о том, какой Росатом сам по себе отличная компания, но в эту историю не вписывается то, что они управляют Запорожской АЭС. Не очень хорошо вписывается. Давайте следующий вопрос. Петр... Я прошу прощения за неправильное произношение. Петр Кардилов. А в какие сроки русские могут построить новую насосную станцию примерно? Ты сказал, да. У нас нет точного ответа. Мы пока не видим, возможно, мы не замечаем начало строительства этого объекта. Мы выделили два потенциальных места. Возможно, мы что-то пропустили. Но пока мы не видим начала строительства. Но по нашим предположениям, если они начнут, ну, за полгода вполне это реально сделать, такой объект. Поэтому в наших оценках и есть ограничения по водоснабжению, что до конца года они потенциально могут это сделать. Но как бы пока мы не видим активной этой работы. По работам на подстанции Запорожская ТЭС мы видим на спутниках реальные работы и можем оценить их темпы. Они могут это закончить там в течение лета. А по подстанции пока точно сказать не можем. Еще вопрос, Анна Дэвис. Знаете ли вы, рассматривается ли ЗАЭС российскими силами
как обуза, если она рассматривается, если она растягивает российские ресурсы, специалистов и сотрудников службы безопасности? Или есть признаки того, что Кремль не сожалеет о том, что занял этот объект, одновременно осуществляя полномасштабное вторжение? Интересный вопрос. Да, интересный вопрос, потому что, как вы помните, они заняли чернобыльские объекты в начале войны. И потом, как говорится, посидели, своровали все, что можно, и ушли оттуда. А по поводу Запорожской, там немножко сложнее ситуация. И я думаю, что на самом деле Запорожская АЭС, это я бы тоже так подумал, что для них это такая обуза. Потому что это необыкновенный, это не просто занять деревню или какой-нибудь город очередной. Это все-таки технологическая опасная такая структура, которую они вдруг взяли и захватили. И теперь им надо решать, что с этой структурой делать. Тем более, что и международное сообщество, и МАГАТЭ, и Украина, и все против того, чтобы они там находились. Вот, но тем не менее, видите, есть политическое решение еще нет о перезапуске, но Путин, по нашим данным, на своей встрече с Гросси сказал о том, что они намерены. И отсюда я скажу, что вот это глава Росэнергоатома, Ростехнадзора, это вот они посчитали как команда того, что они должны там поприсутствовать, и когда будет команда, значит, о перезапуске, то они должны быть готовы к этому. Может быть, это так. Но да, это сложный объект. Не знаю, жалеет Россия или не жалеет. Я думаю, что Россия на многие объекты, в смысле, на многие моменты, во многих моментах должна жалеть то, что она сделала. Ну, да, я бы добавил, что не стоит, наверное, воспринимать как бы российские там силы и центр принятия решений как некий монолит. Потому что само там решение о начале этого полномасштабного вторжения, оно было во многом сюрпризом, как мне кажется, даже для каких-то российских госструктур, которые не были вовлечены напрямую в принятие этого решения. То есть Путин там во многом, ну если не единолично, то довольно узким кругом принимал это решение. И поэтому для него, возможно, какие-то там есть понимание, что там Запорожская АЭС — это серьезный рычаг влияния, рычаг давления там на Украину, на Запад в целом. Это попытка угрозы, то есть можно шантажировать Запад: не помогайте Украине, иначе тут что-то случится там, и так далее, и так далее. Это некий козырь, который можно разыгрывать разными способами, в том числе разговоры о перезапуске. Это тоже такой... Так. Проверка, как вы на это будете реагировать, как-то... испугаетесь ли вы или нет, и что абсолютно вы будете предпринимать. Да. Но с другой стороны, для самого Росатома наверняка это обуза. Ну то есть технически плюсов это никаких не дает, они ее не запускают, они ничего с нее не зарабатывают. Тратят и деньги. Это тоже есть часть, я об этом не говорил в презентации, но в докладе эта часть тоже анализируется, возможные экономические эффекты и так далее. Да. Это пока только расходы. Плюсов таких, чтобы на международном рынке об этом сказать, нет. Мы видим, что они стараются об этом не говорить там, где они могут что-то с этого заработать. А внутри, ну, они... Идет война, это госкорпорация, глава госкорпорации взял под козырек, он выполняет приказы, независимо от того, во что это ему обойдется, насколько это ему сложно. Ему сказали за это отвечать, он отвечает. Ему сказали придумать, что можно с этим сделать, можно ли запустить, нельзя ли запустить и так далее, и готовиться к этому. Они делают, они тратят на это деньги, они отвлекают специалистов, они придумывают, как это вписать в свою там международную стратегию. Росатом теряет многие контракты на зарубежных проектах, ему приходится многие вещи перекраивать из-за этой войны. То есть Запорожская АЭС — это не единственная сложная задачка, скажем так, или проблема для Росатома, которая возникла в ходе этой войны. Но они и ее пытаются решать, и на нее тратят ресурсы. Так что тут есть разные аспекты, для кого это что: обуза, преимущество, козырь и так далее. Путин пытается использовать все. Для него все инструмент. Еще новый вопрос. Непонятно какое имя. Известно ли, какому округу Ростехнадзора приписали завоеванные ядерные радиационно опасные объекты?
Неизвестно. Глава Ростехнадзора туда приезжает сам лично. И поэтому быстрее всего, что это южный округ, в который Ростовская станция приписана. Быстрее всего, что они, если припишут. Но сейчас этим занимается глава Ростехнадзора. То есть центральное управление Ростехнадзором этим занимается. По крайней мере, мы его там видели несколько раз и видели информацию о том, что они проверяют допуск персонала, они там свои функции другие выполняют. Этим они занимаются. Пока неизвестно. Ну да, ну и на самом деле для нас это не так принципиально. То есть мы видим по другим структурам, что есть определенная интеграция там и оккупированных территорий, и в разные там энергосети и так далее. Но все высокие там мероприятия, встречи с главой МАГАТЭ, там присутствует руководитель агентства и Ростехнадзора, и по части там военных, и Росатома и так далее. Поэтому ну, все понимают, что это особые объекты, для него нет даже какого-то правового статуса. Его нельзя просто передать какому-то округу, чтобы они решали. Этим да. занимаются первые руководители всех агентств, потому что нет протоколов, нет даже законодательной базы, чтобы с этим нормально работать. Все приходится переизобретать и вписывать это в структуры существующие. А передача какому-то округу — это целая процедура, очень бюрократическая и очень длительная. Поэтому это даже они не успели бы, если бы захотели кому-нибудь передать, они бы не успели это сделать, потому что это очень длительная процедура. Ну, это особый статус, да. Как вы сказали, кстати, в Росэнергоатоме тоже Запорожская АЭС не включена, как все остальные атомные станции России, они да. являются филиалами Росэнергоатома, структуры этой. А Запорожская АЭС юридически указом Путина передана в собственность Росимущества, а управлять ей поручено отдельному юридическому лицу. Это не филиал Росэнергоатома, это отдельная его структура, специально под это созданная. То есть ищутся инструменты, какие-то новые изобретаются под эту уникальную ситуацию. И все может поменяться там, по ходу войны. То есть это тоже показывает, что какого-то особого плана-то не было на это все. Да. Что смогли захватить, то и захватили. А что делать, потом придумаем. И еще вопрос от этого же человека. АЭС — это же постоянные закупки, движение материалов, средств. Да. Тем более в переходных режимах наверняка можно отследить увеличение потоков материалов. Наверняка можно. Определенные вещи мы видим и замечаем, но это сложно делать, поскольку это касается не внутренних перемещений по сути зоне боевых действий. Тут нужно иметь определенные специальные инструменты, чтобы следить за такими вещами. Но это правильная мысль. Как бы. Естественно, такие вещи физически происходят, и мы тоже пытаемся их отслеживать. А Запорожская, она как бы сейчас так в плане замороженном. То есть она стоит, да, она не активная, она не работает, она энергию не выдает. И это все уровень снабжения, уровень того, о чем вы пишете, это все снижено до минимума. Поэтому, может быть, мы не замечаем этого. Да, но это отдельный риск, потому что, опять же, и здесь процедуру надо переизобретать. Как поставлять, что поставлять. Там да. оборудование другое. В этих условиях. Во многом не российское. Это, конечно, советские реакторы, но они 30 лет работали в другом юридическом поле, технологическом поле. И даже запасных частей каких-то нет. Даже внутри России сейчас мы знаем, что у Росэнергоатома есть там программа по импортозамещению. Потому что они теперь не работают со многими поставщиками, с которыми работали раньше. Поэтому риски, связанные там с запчастями и их поставками, они есть сейчас и в том числе внутри России. Абсолютно. Еще вопрос тоже от Петра. Спасибо. У меня есть еще один вопрос. Пожалуйста, возможно ли использование отработанного ядерного топлива станции для увеличения российского ядерного арсенала? И насколько он может увеличиться за счет ресурсов ЗАЭС? Вот такой вопрос. Ну, на мой взгляд, это теоретически это возможно. Там действительно накоплен запас отработавшего топлива, крупнейший там, наверное, на территории там постсоветского пространства. Но это большая сложная работа. У нас были отдельные материалы, кстати, по
Мы ежегодно выпускаем доклад по Росатому и что с ним происходит. Объем переработки отработавшего ядерного топлива в России не очень большой. И так что его хватает, что перерабатывать и российское внутри. И мощностей по переработке, они не справляются с тем, что есть даже внутри России. Поэтому вести специально из зоны боевых действий топливо, частично российское, частично американское. Тем более переработка топлива ВВР-1000, она не поставлена на поток в России технологически. Нет, перерабатывают в основном другие виды топлива. Ну и для ядерного арсенала, куда его еще увеличивать? Там нет проблемы с тем, что где взять ядерный материал. Проблема с тем, что... Что с ним делать? Что с ним делать и куда его девать, да. Так что это... Вряд ли, это, да. Это понятный риск, понятное опасение. О нем много говорил Гросси в первые месяцы, когда все обсуждали, что опасно там, что не опасно на этой станции. Но мы видим за 2 года, что, к счастью, никаких перемещений там отработавшего ядерного топлива с этой площадки не было. Отработавшее топливо там, которое находится, его можно сейчас классифицировать как грязную, условно говоря, грязную радиоактивную бомбу. Потому что там действительно активность очень высока. И если, допустим, кто-то захочет создать какую-нибудь грязную бомбу, да, то это вот материал для этого. Но вряд ли этим начнут сейчас заниматься, и поскольку все-таки достаточно ответственные, я надеюсь, достаточно ответственные люди для того, чтобы этим заниматься, а криминал этим тоже заниматься не будет. У них хватает другого оружия. Ну да, тема, опять же, как использовать завес. Вот чтобы пугать в том числе там грязной бомбой и так далее, такие истории были. Да. Но это, к счастью, истории чисто информационного характера. Физически они никак не подтверждаются и так далее. Ну и чисто технически топливо там легководных реакторов водоводяных для ядерного оружия не очень хорошо применимо. Это отчасти ответ, почему именно такое топливо в России не так активно перерабатывается. Но это техническая деталь, так что здесь больше стоит опасаться за физическую сохранность этого хранилища ядерного топлива, чем за то, что оно может как-то использоваться. Еще вопрос. У нас одни и те же участники задают по нескольку вопросов. Ну ладно. Александр Мельников, как проходит подготовка к отопительному сезону в Энергодаре? Косвенно поэтому можно определить, будет ли запуск АЭС? Я бы сказал, что в этом году мы впервые, к счастью, наблюдаем, что в апреле перевели все блоки в режим холодного останова. Это не впервые, но долгое время с момента оккупации, с того, как в сентябре 22-го все блоки заглушили, практически все это время один или два блока работали в режиме горячего останова. Это не запуск блока, но это, то есть ядерная реакция там не происходит, то есть с точки зрения ядерной физики там все примерно так же, как и в холодном останове, но это позволяет вырабатывать тепло для как раз пломбплощадки и обогрева Энергодара, особенно в зимний период. Вот в зимние периоды, 2 зимы уже получается, 2 блока работали. Сейчас долго уходило время, и мы тоже отслеживали эту историю, как Росатом и Россия завозят туда мобильные различные дизельные генераторы, дизельные парогенераторы для как раз обеспечения теплом и промплощадки, и Энергодара в зимний период и так далее. Возможно, они наконец-то все-таки установили там достаточную мощность, чтобы можно было остановить блоки АЭС и перевести их в холодный останов из горячего. Так что вот наша надежда такая, что все-таки, к сожалению, война, видимо, будет продолжаться в том числе и эту зиму, но мы надеемся, что блоки ЗАЭС будут в таком же холодном останове. То есть не то, что их не запустят в энергетический режим, но даже в горячий останов не будут переводить. А потом Энергодар не такой уж большой город, и проблему обеспечить теплом такого небольшого города, как Энергодар, я не думаю, что это будет проблема. Если там есть такие города, как Донецк, Ворошиловград, или как он называется, Луганск. Так что справятся без энергоблоков, мы надеемся. Ну да, там...
в штатном же режиме до войны там Запорожская ТЭС в основном обеспечивала теплом, да, но она не работает, потому что топлива нет. Уголь и газ, у него два вида топлива. То есть там Донецк, Луганск, они ближе к России, возможно, там за эти годы наладить поставки для их электростанции топлива плюс-минус получается. А здесь это все надо выстраивать, и, возможно, вся эта логистика, она конкурирует с доставкой военных грузов. И это все не так просто. Возможно, поэтому отчасти такой сценарий запуска АЭС, где много ядерного топлива возить не надо, и это снижает нагрузку на логистику, возможно, поэтому этот вариант и рассматривается, хотя бы чисто технически. Но надеемся, что он не будет все-таки реализован. Еще вопрос, Вячеслав Варваров или Варваров. Что Росатом будет делать с коллаборантами, подписавшими контракт при передаче ЗАЭС Украине? Кормить. Это отдельный вопрос, что будет после войны. О нем, наверное, интересно рассуждать, но... Да, это такая тема, которую мы, честно говоря, не очень изучаем. Потому что это связано не только с теми, которые подписали там, есть много людей, которые попали туда не по своей воле, оказались на территории России и в таком состоянии. Поэтому тут сложно сказать, что Росатом будет делать с этими людьми. Ну, если это какие-то специалисты, они могут работать, например, на других атомных станциях, там Ростовской или Воронежской, Нововоронежской, то, может быть, они найдут себе там работу, но я думаю, что это не такая уж проблема. Вряд ли. Ну, да. Тем более людей там немного. Да, я бы, на мой взгляд, больше и даже более актуально, несмотря на то, что окончание войны пока непонятно, когда будет, но все-таки более актуальным кажется вопрос, что будет делать Украина, в случае, когда ЗАЭС вернется ей, и как она будет набирать персонал. У Росатома еще 10 станций, огромное количество персонала, там можно туда людей найти, куда распределить, но это их проблема. Честно говоря, вот меня лично это мало волнует. Вопрос, как Украина будет восстанавливать, как она будет относиться к тем, кого она считает коллаборантами. Те, кто украинские специалисты, которые там 2 года живут в оккупации, и мы не знаем, по тем или иным причинам, но во многих случаях это было, естественно, под давлением. Они подписали эти контракты и работают сейчас с Росатом. Что будет, когда они вернутся в Украину? Сейчас, насколько я понимаю, по украинским законам, они предатели и коллаборанты, действительно. И будет у них возможность легально вернуться и работать в отрасли и вообще в Украине? Это отдельный большой вопрос. Что будет с Россией вообще после этой войны? Это отдельная история. Это политический и юридический вопрос, который будет решаться после того, как это все остановится на каком-то. И это будет вот там не компания решать, не Росатом, не Энергоатом. Конечно. Какие будут законы, так и не будут действовать. А вот как общество будет воспринимать этих людей, которые оказались там в силу тех или иных обстоятельств по ту сторону баррикад? Вот эти вопросы должны будут решать и Украина, ну и Россия в том или ином виде. Так, неужели у нас закончились вопросы? Мы уже почти 1,5 часа общаемся. Есть ли у нас какие-то завершающие слова? И последние 5 минут шанс задать вопросы? Успевайте. Ну, в качестве завершающих слов мы опять-таки, наверное, повторимся, потому что мы надеемся, что не дойдет до момента перезапуска энергоблоков Росатомом. И потому что это, конечно, будет обострение со всех сторон, и политическое, и военное обострение, если будут перезапускать какие-нибудь атомные блоки этой станции. Во-первых. Во-вторых, может быть, все-таки удастся, не знаю, МАГАТЭ каким-либо образом содействовать тому, чтобы остановить эти процессы и эти намерения. И последнее, мы все-таки надеемся, что резолюция, которая была принята в Швейцарии по поводу Запорожской атомной станции,
к ней тоже обратят внимание, и возможно, это редко бывает, но возможно, Россия все-таки прислушается к тому, что сказало международное сообщество. Хотя ситуация очень сложная и непредсказуемая. Да, мне практически нечего добавить. Я тоже надеюсь, что до окончания войны в том или ином виде, так или иначе, рано или поздно, все-таки атомная станция Запорожская АЭС будет в таком же режиме, в котором она сейчас, то есть я имею в виду в холодном основе, в ядерно наиболее безопасном состоянии. И что все-таки с технической точки зрения никто не пойдет на такой риск, и там и внутри Росатома, и со стороны Украины в вопросах противодействия этим действиям не будет передана какая-то черта, которая приведет все-таки к ядерному инциденту в ходе этой войны. Я очень надеюсь, что, к сожалению, эта война уже унесла сотни тысяч жизней, но все-таки ядерного инцидента, который будет влиять там на десятилетия вперед, в ее ходе не случится. Остается сказать огромное спасибо всем, кто был заинтересован и кто присутствовал на нашей презентации. До новых встреч. Мы работаем над тем, чтобы отслеживать ситуацию. И я думаю, что мы не последний раз встречаемся. Всего доброго, хорошего вам дня. Да. До свидания.